Всем привет, с вами снова я, Миша, и сегодня у нас необычная игра под названием Cards Assembly 3D. Итак, давайте начнем, что ли. Вот у нас есть вот такая машина, функционирование, сборка, разборка, игра, демонстрация. Давайте посмотрим, что такое демонстрация. Я помню, я играл в эту игру на айфоне и айпаде. Какой здесь уровень? А, стоп, это не то. Демо нам не надо. Так, что такое функционирование? Ага. Так, мы можем поменять стекло переднее. Я хочу, чтобы у меня было круглое. Зеркала можем поменять. Давайте оставим квадратный. Можем поднять. Ого. Так, правая кнопка мыши, это у нас... Ага, это движение. Левый поворот. Понятно. Двигатель Ford. Забавно. Так, цвет мы можем поменять. Мне нравится вот такой Hot Rod. Он более реалистичный. Так. Нос. Первый нос лучше. Двойные фары. Хочу другие колеса. Вот такие хочу колеса. Они мне больше нравятся. Не-не-не, сиденье верните прежнее. Прежнее сиденье круче. А что у нас детализация? Ты что-то там говорил и сейчас? Детализация какая-то. Она же не показывает, как она ездит. Ну ладно, в общем. Да, не хочу функционирование смотреть. Давайте соберем, что ли, эту машину. Окей. Вот это все запчасти для сборки. Вот все. Здесь не надо болты никакие закручивать. Ну ладно. Что ты мне все время приближаешь-то туда? Вставили педаль газа. Здесь, когда я играл на айфоне, здесь было очень большое количество всяких скрытых болтиков, которые было не найти, и это было не очень классно. Ну сейчас вот что-то вот типа такого, когда вы уже собрали всю машину и у вас не 545 деталей ну, собрано, и вы начинаете искать эту деталь и не можете ее найти. У меня такое было, к сожалению. Ладно, давайте перейдем к двигателю. Карбюратор. Почему я не могу вставить фильтр? Что с ним не так? Неужели я что-то неправильно делаю? А, я вспомнил. Мы забыли здесь закрутить. Вот что-то вроде такого, когда ты закручиваешь на одной стороне, и ты думаешь, что закрутились все гаечки, как полагается. Закручивается только с одной стороны. Это тоже не очень прикольно. Тинкс. Стартер. На коробку сейчас нельзя вставить, как я понимаю. Что нам нужно сделать? Не, ну здесь вроде все сделано. Ладно, давайте двигаться дальше. Будем собирать передний мост. Что он тоже не очень хочет собираться.
Нет. Теперь с этой стороны та же самая процедура. В общем-то, игра однообразная, и ничего в ней такого особенного прямо нету, чтобы могло заинтересовать очень сильно. Так просто собрать машинку один раз. Но в отличие от ПК-версии, на айфоне есть хотя бы какие-то другие машины. Здесь почему-то машина всего лишь одна, и это тоже не очень интересно. Как вы понимаете, разобрать машину — это то же самое, что собрать, только в обратную сторону. Вот как мы сейчас собираем, мы также бы разбирали бы машину, только все в обратную сторону. Что мы можем еще сделать? О, мы можем поставить все-таки хоть что-то. Нет, не туда. Волевую мы можем поставить мост. Но мы не можем закрепить его. О, мы можем закрепить эти штучки. Экс. Все, мы смогли закрепить. Я знаю то, что от этого разработчика вот этой игры, в частности, есть вот здесь вот рекламка иногда возникает. Вы, наверное, уже заметили. Есть наподобие вот этой игры разборка оружия, разборка мотоцикла. И вроде все, если я не ошибаюсь. Да, вот оружие появилось. Но оружие достаточно большое количество. Всяких миниганов, пистолетов и всего такого. Автоматов. Автомобиль всего лишь один. Пока, ну, по крайней мере, у меня. Еще я помню то, что когда я играл на айфоне, там был еще, ну тоже от этого же разработчика, игра про разбор и сбор скелета. Про скелета там было поинтереснее чуть-чуть. Вот это я не знаю, что это такое, разбор космического самолета какого-то. Фиг его знает. Я в такое не играл. Собственно, когда играешь в эту игру первый раз, ты просто методом тыка жмешь на все детали и все. И пытаешься разобраться, что куда и что к чему, и куда тыкнуть. А мы двигатель пока не можем поставить. Что мы можем сделать-то, если мы не можем поставить двигатель? Мы можем поставить задний мост. Нет. Почему? Что мы можем сделать-то, если задний мост никак не поставить? Аккумулятор нельзя поставить. Что мы можем поставить вообще? Проводку? Можем поставить? О, мы можем поставить проводку. А теперь мы можем поставить мост.
Что ж такое-то? О, можем поставить. Я не прочитал, что это. Теперь можем поставить аккумулятор. Что такое? Фильтр топливный. О, все, мы поставили задний мост. Теперь здесь где-то нужно искать всякие винтики, которые нам нужно будет закрепить, потому что их потом фиг найдешь. Здесь нельзя пока. Пока не закрутим вот здесь вот. Карданный вал. Так его ж, по-моему... Я бы сначала бы вставил бы... Вернее, сначала бы поставил бы двигатель с коробкой, а потом бы вставлял бы кардан. Возможно, я ошибаюсь, конечно. Я никогда не участвовал в производстве автомобилей, поэтому я не могу точно сказать, что, когда и куда вставляется. Задний мост у нас полностью собран, да? Амортизатор мы поставили. Да, задний мост у нас собран. А передний мост мы почему-то собрать пока не можем. Ладно. О, мы можем ставить двигатель. Так, нам нужно... кардан закрепился сам по себе. Нам нужно закрутить вот эти огромнейшие болты. И где-то здесь тоже должны быть вот там вот. Да, вот эти гаечки. Одна гаечка и вторая гаечка. Ой, зачем я нажал на капот? Я хочу поставить амортизаторы, но у меня почему-то это не выходит. Давайте поставим радиатор. О, можем поставить. Что здесь можно же сделать? Тогда. Если нельзя вставить... О! Нужно вставить вот эту железочку. О, все, да-да-да. Я вспомнил. Теперь мы можем закрепить амортизаторы, потому что они крепятся у нас к этой железке. Так, теперь с этой стороны. Можем закрепить балки какие-то. Выхлопную трубу. Без нее никак. Колеса пока нам нельзя поставить. Так, что мы можем поставить? Мы не поставили вот эту балку. Теперь, по-моему, мы можем поставить... А, нет, сначала нам нужно поставить бак. Екс? Нет. Здесь еще. Все, отлично. Теперь мы можем поставить сам корпус. Теперь закручиваем его. Дальше там вот где-то в ручнике должен быть болтик тоже, вот он. Теперь
теперь, по идее, нам можно уже поставить колеса. Да, можно. Смотрите-ка. А передний нельзя. Задний можно, передний нельзя. Фары, фары. Фары это тоже главное. Что это за движение? Ого. Прикольно. Я все время так делал. Ладно. Вставляем задние фонари. Сиденье. И передние колеса. Теперь нам нужно закрутить вот эти, сколько здесь, 8 болтов, винтов. А капот мы пока поставить не можем, потому что мы что-то опять забыли сделать. А что мы забыли сделать? Что именно? А, вот, вот эти винтики. А с другой стороны. Да не фару. Все. Все, мы собрали автомобиль. И теперь мы можем его разобрать, но я этого делать не буду, потому что это очень скучно и очень долго. А, что такое игра? Управление закрыть. Что здесь надо делать? А, ну вот это разбор, и мы его... Крайней мере, я не хочу этим заниматься, потому что мне надоело. Тем более только с одной машиной, это не очень интересно. Ну все, всем спасибо за просмотр. У нас была игра Car Disassembly 3D. С вами был я, Миша, и подписывайтесь на канал. Всем пока.